перевозить детей разрешаются только в специальных удерживающих устройствах. И все же складывается впечатление, что родители-автомобилисты нисколько не озабочены безопасностью собственных детей. В очередной раз ГИБДД МВД Пушкинского провело рейд, направленный на профилактику подобных нарушений. В рамках данных мероприятий проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». Цель мероприятия – пресечение нарушений требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения. Конечно, ужесточение закона, частые профилактические мероприятия помогают приучить нерадивых родителей заботиться о своих детях. Заметно поубавилось родителей, не обращающих внимания на эту статью правил. Родители приобретают и используют различные удерживающие устройства, за что получают поощрение от сотрудников ГИБДД. Однако встречаются и те, кто игнорирует эти правила, забывая об ответственности за собственного ребенка. Территория, обслуживаемая отделом ГИБДД МО МВД России Пушкинская, с начала года по настоящий момент уже зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 16 детей в возрасте до 16 лет. Итогом конкретно этого мероприятия стало выявление 3 водителей, нарушивших правила перевозки детей до 16 лет. На всех были составлены протоколы и выписаны штрафы. Конечно же, как всегда, наряду с нарушениями, по которым проводился рейд, были выявлены и другие. В частности, были выявлены водители, не пропускающие пешеходов на переходе. На них также были наложены административные взыскания. Евгений Ромашихин, специально для телеканала «Твой».